Привет всем, с вами Эллен, и всякое, всякие люди, которых я не знаю, но которые заставили меня поиграть. Люди, вы поздоровайтесь, не поздоровайтесь. Это был Виспа. С нами сегодня Рейджер, Енот, Виспа, и все остальные, которых не видно. Давайте. Ну кто начал? Я случайно нажал кнопочку 1, и он вытащил пистолет. Я же не думал, что это начнется. Упс. А может быть не я. Может быть нас кто-то подставил. Ай. Кто-то видит менеджера? Я не знаю, я только людей вижу, я буду их. На втором этаже. Ложись, сволочь. А заложники? Все нашел. А заложники точно не нужны. А они чтобы потом обменивать их на людей, которых убили. Подождите, я вам эти настройки звука понижу. Дрель у меня. Енот, зачем ты их убил? Их не надо убивать. Устанавливаю дрель. Я ни одного не убил. Просто это, ложить это. Кстати, не забудьте, что у всех есть сумка с патронами. Да, ну надо эти еще где-то найти связывающие... Как их называют? Хомуты. Наручники? Ну да, хер их, короче, на это. Как их юзать-то? А подходишь к заложнику, орешь на него, типа, ты козел! Ты ничтожество! Как орать? Ложись! Ну можешь так наорать, можешь кнопочку F нажать и решать тебе. Вот тут баба лежит, рыжая. Ну-ка лежать, рыжая! Давай. Че, какая задница? Ой, я и выстрелил прямо в задницу. Упс. Нет, дрели не крутой вариант. Надо в холле. Давайте кто-то двое наверху, а двое внизу. Нормально было. Я здесь со мной наверх положил сумку. Наверх кто-нибудь, поднимитесь сюда. Виспа. Пойдешь сюда. Дверька сломалась. Поставьте ее кто-нибудь. Починишь. Вы это, автомат не юзайте пока. Прикрываю. Ну, в курсе, да? Да. Fucking shit. А мы на какой сложности начали играть? А, ну нормально, все, окей. Ладно, вроде. Сколько времени осталось? Я посмотрю. 170 секунд. Снайперы. Сейчас нам слева пойдут. Виспа. Вот отсюда. Холли у лифтов. Вы это, если вас, кстати, заэлектризует, ниже можно стрелять, я только это в конце сообразил. Если вас шокером попали. А наверху хорошо, тут две дырки. Как это было? Развлекаетесь, парни. И обе дырки мои. Как там дрель? Работает. Сколько секунд осталось? 112. А, блин, на втором этаже, уже. У лифтов. На втором, помогите мне, на балкончике. Она же просвечивает сумка у стены. На балконе, на балконе, на балконе. Они пойдут сейчас с лестницы, могут пойти с лестницы. Парни, как вы тут... А как вы туда попали, я что-то не понял. Надо выйти в холл, что ли?
сумки, чтобы попасть. Не спать! А, фак! Пустите! О, я узнал, что рукопашный бить кнопочка не круто. За полчаса игры. Да. Они тут как в Call of Duty не будут тебе попадать меньше, если ты присядешь? Нет. А то вроде как... Блин, стой. Я уже привык. Надо наверх подняться, там это, футаж забрать. Да, ноутбук. Я данные заберу, так чтобы это, меня... Блин, тут просто так стоял. Ой, тут эти войска элитные. А, с тепловизорами, отстой! Помогите кто-нибудь наверх. Открывайте крыльки. Кто-нибудь наверх прикройте. Полминуты осталось. Хорош. 20 секунд. А, я вниз упал! Блин, тут дырка была, чёрт! Отстой, Виспу прикрой! Рейджер, стой, сейчас открою, чё? Давайте сюда. Сейчас я иду. Там кто-нибудь около тебя есть, Рейджер? Да. Отстой. Он машет на меня рукой. Отстой. Всё, готово. Вы бы нам помогли? Рейджер, я иду. Сзади нас есть один этот чувак. Камеры, если что, я тоже снимайте, ну в курсе, наверное. Раз пошли эту миссию. Так, сейчас я еще убавлю настройки звука, а то капец. Короче, вроде убавляю, а звук не убавляется на самом деле. Так, все, побежали вниз. Кто-нибудь скажите мне, что значит красное заполнение персонажа в левом нижнем углу экрана. Это здоровье, что ли? Ну, по идее, да. Нет, здоровье же автоматом. Да, я про то же, а что это такое тогда? Да, но это все равно здоровье. Снайпер в окне. В окне. Да пойдем вниз, нафиг. Плюс один, все. Так нам надо возвращаться. Где камеры? А, вон. Енот молодец! Все положил. Сразу отходи, когда зажжёшь. Я не понял, а что камеры не бывает? Наверху, поехали. Теперь нам надо назад возвращаться, наверх. Стойте. Можно здесь обороняться. Я зачем? Сейчас... Зачем? Можно просто тут ждать, пока термит погорит. Патроны надо, нет кому-нибудь? Ну, нужны. А, блин, тут свет сумки. Я откинул. Ждать, пока догорит, или все-таки идти за новым? Ждать. А я думал, что надо бегать наверх, я... Такого... О. Тут камера есть, которая... А, она разбита уже, упс. С моей стороны как минимум трое. Что-то народу мало. Да страшно, несколько секунд. Тут аккуратно. Ну мы с Рейджером тут всем пофиксили. Рейджер, назад, они сейчас из шахты пойдут. Посередине. Блин, дым, Рейджер, назад. Вы будете шли к термитным этим. Назад, да, отойдите назад, а то там дым, не видно, что вы делаете. Вис по делу говорит. Вот, стойте здесь. Внутри. Рейджер, вернись! Я иду. Вот такую сумочку там положили. Даже две. Я и нот.
Почему гранат нет, а? Почему? А, блин! Блин, у меня никто из левой двери не идет. У меня есть же... Мне открылась эта бомба. Вообще-то я их просто сквозь туман расстрелил. Вот какая толпа мертвых. Прямо. Это точно нормал? Да, нормал. Да. Одна сумка кончилась. Да, это капец. А мы чё, все в одинаковых шапочках? Санта? Отстой. Я думал, хоть разные. Там злой Санта, плохой. Пьяный Санта. Санта Рэмбо. Санта Барбара. Санта Рэпер. Чувак, это Санта. Санчик. Откуда этот дым пришел вообще? Кто-нибудь объяснит? Нет. Что-то они не спешат заложников освобождать. Как было 9, так 9. Короче, написано, что если мы еще один термит возьмем, то у нас ускорится это прожигание. Так что можно сбегать наверх, да, забрать еще, термит. Один термит. Погнали, я покажу. Наверх. А, блин, тут еще 15. Отстой. Сзади один, сзади один. Ты идешь? Да меня поднимает тут. Бежим. Сейчас налево. Он вот здесь всегда. Аккуратно, с правой стороны. Все, я взял термит. Погнали вниз. Интерсел, я ненавижу тебя! За твою отстойную одиночную компанию. Ай! Охрана банка! Охрана банка супер тупая! Нет, когда присидели, они попадают в тебя меньше. Так что все нормально. Просто побегаем дальше. Я побежал, заложу термит еще один. А, так она через 20 секунд уже догорит. А где вы время это смотрите? Они сами говорят, 20 seconds left, говорят. А, что-то я прослушал. Все, теперь давайте вниз. Побежали. Граб! Граб награбленный! Еее! Fucking shit! Мани, 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 мани. Рейзер, почему у тебя не восстанавливается здоровье? Не знаю. О, наверное, у меня есть мина. Теперь открылась. Да, да, у меня тоже. Подарок. Я второй подарок уже забрал отсюда. А, все мелкие бебки, бебки, бабки забрали. На сумка-то есть? У меня нету. С дробовиком. Слева, слева. Тут космонавт. Помогите. Сейчас я рейджера подниму. Космонавт. Гагарин в броне. Нет, Гагарин это, если назвать его Гагарин, то будет как-то непатриотично. Ну что это будет? Кто там на Луну летал? Ёптать. Да, Армстронг, пусть будет Армстронг. Том Хэнкс еще летит. Это не только у него аппарат сломал. Я филипп. Я еще предложил бы Брюса Уиллиса, но меня все запинают потом. Блин, а не кончится когда-нибудь, нет?
А ты меня своей жопой пугать. Вау. Наверх, наверх, тут чисто, тут чисто на лестнице. Не, наверх не надо. Нам нужно через воду пойти. У меня патронов совсем нет. Кто-нибудь поставит? А вообще-то там сумка кидал. Тут сумка. А, сумка, сумка есть, точно. Вот дерьмо! Блин, они уже сзади идут. А как вы туда прошли-то? Так, в другом месте сумка, ёптыть! Помогите, я из холла выбегу. Упс, пацаны, пацаны, помогите. Хорошо, что мы на нормале. А то меня сейчас убили. Так, нам куда идти-то? Через холл пробежать, окей. Нам нужно через лобби пройти. Пойдем к лифтам. Бежим, 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 скорее. Реджи, спасибо, что ты меня прикрыл. У меня патроны кончились. Побежали сразу дальше. Наверх, да? Да, наверх. Да. Кого? Кто-то отстал. Кто отстал? Нет, никто. Заложить бомбу. Надо. А, прикройте. Кто-то стрелялся. Подходим. Подождите, это. Деньги возьму. Тут, ты бабос, бабос нашел. И... Побежали. А, я не могу выйти в эту дырку. А где, собственно говоря, у нас бабосы? Мы их привели на какой-нибудь счет, на вебмане положили, что ли? Где деньги? Ну-ка лежать, скотина! Ну лежать! Виспа упал. Подождите. А-а-а. Надо орать. Лежать! Лежать, женщина! 3 минуты 20 секунд. Мы сможем, да. Юзайте шиф. Спасибо, капитан очевидность. Я пожалуйста буду использовать контрол. А, здесь опять этот мудак выйдет. Yeah, fantastic, just fantastic. И все? Так быстро? Так, ты может зайдешь внутрь? Нет, да? Мочит козло. Терминатор. Люди, давайте зайдем уже. Пожалуйста. Хайст бодикам. Мне нет. 11 из 12 целей выполнено. Блин, я убил одного гражданского. Или кто-то убил. Мне сказали, что разблокирован дробовичок. Еее. 20% попаданий. Чё, где выбирать-то это? Дальше, дальше. Достижения всякие или что там? У кого? Если оружие? Ну да. Оружие дальше. Они то ли сами качают. Нет, оружие дальше точно выбирать. А качаются они сами, да. Автоматически.